Да, тут тоже техпоры на техпорах, просто сплошные техпоры. Не очень, конечно, приятная ситуация. Ох-ох-ох, не кричите так, сейчас разгорается. Ножички, команда Гэмби против Place to Play. Гэмби, Бэмбия, Фося, Барт, Уэллоу и Бэс. О, пистолеты кончились. Ой, ножи кончились, это уже пистолеты. Хорошо. Халли, неплохо. С своей позиции выжил сколько мог. Фокс тут по пяткам Фосю забирает. Дося, Фося, Фокс. Фося это смесь Фокса и Доси, я так понял. Остается Барт против Фокса и Хакера. Стреляется он с девяткой. Ну, с Глоком стреляться с девятиной достаточно сложно. И пошел во двор, пошел, смотрите. А Хакер как-то не очень умно играет, на мой взгляд. Я бы на его месте давным-давно проверил бы. Двор, да, вот он решил это сделать. А, ну все. Хотя... Не совсем все. Но вот теперь все. 1-0 place to play. Выигрывают первый раунд. Это четвертьфинал, напомню. То есть нам еще надо будет с вами посмотреть полуфинальчик и финал. Так что еще как минимум 4 карты, а может быть. Фокс минус 4 не дал хакер. Сделать Фоксу минус 5. Я думал, Фокс у нас с мейна заходил, но нет, Фокс заходил. Фокс никуда не заходил, он именно сидел наверху, на верхотуре. И оттуда делал минуса. Так, что там у нас по результатам? Да, пока что 2-0, и нету закупки у террористов. Ну, естественно, нету. А какой закупки может идти речь, когда бомбы не поставлена? О, началось. 3-0. Овердрайв зарезал беса. Я боюсь, чтобы здесь 16-0 не получилось. Все-таки PME это далеко не самые слабые ребята были. И я очень расстроился, когда увидел, что в первом же туре они попались на place2play.ru, потому что ну, должны были они проходить достаточно далеко. Гэмби где-то разбился, в кого-то попали, в кого-то не попали, но в общем... Жуть просто творится. Бедные, бедные ребята. Тосян пошел уничтожать. Тосян как-то попался не очень удачно. Но в итоге 4-0. Фокс 7 на 0 идет. Сергей Столяров. Брат за брата отомстил. Ребят, пожалуйста, я вас очень прошу в чате, перестаньте ругаться на тему... Да на любую тему, просто перестаньте ругаться. Либо вы перестаете ругаться, идете в лички, там, за гаражи отходите, как угодно, вообще что угодно. Либо я в баню. У нас пока тут Тосян на нуле. Один в поле воин. Звонки из штабов, надо выключить звук. Вообще надо выключить все. 5-0. 5-0 place to play.
Так, мне тут пишут все просто. Сделай то, сделай это. Обнови сетку. Ребят, ну как я могу это делать, если стрим для вас? Потеряли овердрайв. Овердрайв, по-моему, дооркадился. Овердрайв, кстати, любит пооркадить. Ну да, вот, собственно, его тельце лежит бездыханное. Бес там взбесился. Бес вселился в беса. Так, тут еще и Фося дает головашот из дигла. Вот, мы видим. Дося забрал Фосю. Дося забрал Фосю. Печальная история. Спрашивает драмер, как горло? А вы не слышите по моему голосу, как отлично у меня горло? Восхитительно просто, его разнесло всего. Ох, Хали, зажим бога. Минус 2, Фокс забирает Барт, Гамби, Бэмби, Гамби, Уэллу тоже падают. 7-0. Разнос просто, просто в разнос пошли. Ну что, полуфинальчик будет жесткий. Это The Nation против Place to Play на одной карте. Ох, как обидно, конечно. Как же обидно. И СССР не пришли, а они именно получили второй посев. У меня прямо под окном кто-то угоняет машину, походу, потому что сигнал орёт. Если вы слышите, то я не виноват. О, это первый раунд намечается. Смотрите, Дося остается 1-3. И Вэллу забирает Досю. Да! Гамби берут первый раунд. Ура! Не будет 16-0. Сигналку не слышно. Ну, отлично, у меня просто микрофон отвернут от окна, на самом деле. И я рад, что вам не слышно, правда. Вопрос, смогут ли взять еще Гэмби что-нибудь? Барта забирают. Смотрите, где оверс ВП вообще. Ну это странное движение от Сейба Бирюкова. Я не понял, зачем вообще бежать с Юспом на базу к террористам с ВП. 1 хп у Велу. Фось тут сидит на крыше мейна. Каки смотрит выход с ларька. Фокс смотрит скрип окошечка. Так, хакер пошел проверить дворик. Фокс минус 1. Вела, где бес? А без под девяткой. Без как-то жестко сыграл сейчас. Прям вообще даже не знаю. У парней все шансы есть, конечно, еще. Гэмби. Превратиться в какой-нибудь SK Gaming и навалять Place to Play, но вряд ли это будет возможно. Посмотрите, что делает овердрайв. Собирает просто головы. Но нет, замучили овердрайва. Хакер, настоящий снайпер с юспа стреляет лучше, чем с клаша. Побежал за АВП. Вел один. Да уже и ни одного. 9-1. Хакер отчаянный, пишет в чате. Да нет, ну а почему нет? Если он знает, что у противника дигл и в дигле кончились патроны. Гораздо умнее будет взять юсп и пойти просто стрелять.
безоружного парня, чем пытаться самому перезарядиться, еще что-нибудь. Не, все правильно сделал. Да, но вот это уже какой-то немножко клоунадой попахивает. Тут и тимкиллы, тут и непонятные какие-то вообще паровозики устраивают игроки. Овердрайв смотрит двор, you shall not pass, сказал Овердрайв, смотрим. Там крадутся к нему. Овердрайв решил так, вот так вот занять позицию, смотрим. Сейчас пойдут на него. Ну так вот он в пятую точку бесу. А вот здесь промахивается с первого раза и со второго промахивается. Что с третьего-то попадет, нет? Тоже взял юсп и замучил бедного парня. 10-1. 10-1 в пользу Place to Play. .ru. Как там? www.place2play.spb.ru, да? Только СПБ там нету. Овердро! Там Дося, смотрите, Дося воюет. Минус 3 от Доси. Дося спас. Сейчас. Овер 11-1. Нас вообще, кстати, кто-нибудь смотрит? Даже интересно. 500 человек. Не густо. Есть ме густо, а есть не густо. Вот, собственно, не густо. Да, у меня, к сожалению, наверное, нету какой-нибудь прикольный. У меня вот эта такая вот картинка есть. А другой нет. Что медленный раунд. Где же террористы? Террористы опять через двор. Там хали на этот раз. Ну, Фокса хорошая позиция. Овер там отстрелил одного. Сейчас Фокс. Ух, Фокс хорошая реакция. Очень хорошая реакция. Подобие моменталочки закинул. Фокса забирает Бэмби. А Бэмби уже овер тоже сфоткал. И овер опять минус бар. Овердрайв прям заправский снайпер команды. Ты хотел показать картинку от Нирваны? Ну, потом мы поговорим. Когда Нирвана порвется на полуфинал, мы с ним вместе обсудим. Там график популярности стимовских игр, стимовских приложений. Собственно, вот. Сейчас все примерно на одном уровне находится. Но все-таки CS 1.6 немножко опережает еще. Мы только что посмотрели в исполнении Доси. Просто отличное удержание рампов. Прошу прощения. И еще раз прошу прощения. Надеюсь, на сегодня это все мои чихания. Когда я не успел выключить микрофон. Да, Гэмби, в принципе, могут уже не особо париться. 14-1.
Смотрим в атаке ПВП. Тут велу. То хорошо. Забрали велу, забрали дождь, забрали овера. Хуали, хорош. Шот. Будет еще, нет? Тут Фокс минус 8, там, кстати, за спину сходит. О, хорошо. Хали, просто красавчик. Хали, минус 4 от Хали в раунде. Да. Просто Сергей Шаев молодец. Я прям мужик. 15-1 и 14 матч-поинтов для Place to Play. А у контров денег нет. О, вот это хорошо сейчас было. Прям вот просто хакер, ну ты мужик вообще. Видно было, что парень сегодня вечером, ну сегодня ночью отдохнул неплохо на дне рождения. Ну, Сейза, да. Все, ГГ 16-1 и ждем полуфинальную игру. Мы с вами. Я, наверное, поставлю вам музик. Ла музик какой-нибудь.